И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Я любыми средствами обеспечил связь. Моя задача была дать командиру связь. Надо мной летели снаряды, пули, осколки. Я оставался живой. Я должен был лавировать между взрывами. И если снаряд упал, и я в этой воронке, туда второй снаряд не упадет. 18 марта 45-го года. До победы уже оставались считанные дни. Это наступление от Одера до Берлина. Там не считался ни рядовой, ни офицер, ни генерал, ни с чем не считались. Шли в бой, не смотрели, что тебя убьют или ты убьешь. Или... Скорее, чтобы была победа. Мы победили потому, что мы отставили свою родную землю, свой народ. В армию меня призвали в 43-м году. Было в то время мне без 10 дней 17 лет. 10 месяцев учебы, и в сентябре 44-го года нас отправили на фронт. Самые тяжелые бои уличные в городе, в частности, в Берлине. Как мы наступали? Танки идут, наши танки. Один, где-то два, мы за ним. Фауст-патронников мы караулим где-то из-за дома, чтобы они не подбили. Где-то из окна пулемет стреляют. Танк бьет по этому окну. Орудия тянут артиллеристы рядом, тоже по окнам бьют, дальше продвинулись. Вот так мы шли от улицы к улице, от одной к другой. Вот это сложность была, это трудно было. Страшно, страшно. А что, мне не страшно было там? Да каждому там страшно было. Но другое дело, что страх-то страхом, но выполнять-то нужно. А я-то ответственный не как рядовой, хоть и звание старший солдат, только всего. Я отвечаю за этих 10 человек, моих подчиненных, и я отвечаю за тот участок, который мне поручили. Отсюда называй хоть храбростью, хоть что, выполнение долга. Мы победили, потому что мы освобождали свою родину, свое государство освобождали, которые пытались захватить немцев.